Владельцы этого имени гибки и дипломатичны. До мелочей продумывают каждое свое действие. Нередко эти люди оказываются в центре внимания, щедро пользуются своим положением для извлечения выгоды. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Качество Меркурия у владельцев этого имени дополняет соответствующие экономические и юридические способности. Успехом практически обеспечен. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражение, в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Человек с этим именем будет жить в постоянном нервном напряжении, иногда разряжаясь неожиданными приступами ярости. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Эти люди должны научиться сдерживать свой взрывной, необузданный темперамент и помнить, что одна из главных причин их неудач – их невыдержанность и нетерпеливость. Дружелюбные, носители оригинальных идей, которые на первый взгляд могут показаться сумбурными, но часто они содержат ценное зерно истины. От душевного мятежа многие приходят к религии. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.